Дорогие друзья, мы продолжаем отмечать Новый год. И следующее богослужение состоится 17 января, в день Крещения. Приходите и приглашайте всех своих друзей и знакомых. Также мы напоминаем, что на пасторском выезде в январе было принято решение вернуться к молитве за людей, за которых мы давали обет, что приведем их ко Христу. Подключайтесь вместе с нами к этой молитве и давайте будем молиться за этих людей. Молитва за воскресное богослужение начинается в 10:00 и проходит она в пасторской комнате. Приходите туда, чтобы благословить наше новое воскресное собрание вместе с нами. Ждем вас всех на утренней молитве с 8:20 до 9 утра. Она проходит в онлайн-конференции Zoom. Присоединяйтесь к нам и давайте начинать утро вместе с молитвой и хвалы нашему Господу. Также у нас проходит молитвенное служение по четвергам в 10:00. Записаться и узнать больше информации вы можете у Кудряшовой Людмилы по телефону. Мы благодарим всех, кто участвует в служении «Килограмм ближнему». Как говорит Писание, милосердный будет благословляем, потому что дает от хлеба своего. Спасибо вам! Для гостей нашей церкви мы накрыли стол в пасторской комнате на детском этаже. Мы приглашаем вас для общения. На этом все. Спасибо, что вы смотрели нас онлайн. Спасибо Богу за это служение, и мы ждем вас на новой неделе.